Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Range Rover Evoque, 2 литра дизель. На нем мы заменим масло в редукторе заднего моста, но не будем менять масло Mufti Haldex. В Mufti Haldex оно ходит в 2 раза больше, поэтому меняем только в редукторе. Для этого мы поднимаем автомобиль и сливаем старое масло. Масло мы будем заливать оригинальное. Номер масла укажу. Также заказали пробочки, шайбочки на заливную и на сливную пробочки. Номера тоже укажу. Подняли автомобиль. Смотрим, где у нас сливная пробка. Дело в том, что у нас, как и на раздатке, нет сливной пробки. Заливная пробка, она же является и сливной, она же и уровневой. Вот она у нас, заливная пробка. Такая же. Вот эта вот заливная пробка, это Mufti Haldex. Она на 120 тысяч пробега там масло рассчитано, но я думаю, что нам уровень надо будет тоже проверить. Вот эта задняя пробка, это именно на редуктор. Выкручиваем ее, головка на 13. Вот, пробку открутил, уплотнительное кольцо снял. Берем шланг и заталкиваем вниз в редуктор. Хочу также проверить, как и в раздатке, какой здесь уровень масла. Сейчас откачиваем и смотрим. Шприц вот такой пластиковый, 150-миллиметровый. Миллиграммовый. О, здесь масло чистенькое. Ну, видать, здесь уровень. Потому что в раздатке было мало и было грязное. Ну, таким образом, сейчас откачиваем, сливаем в бутылку и проверяем уровень. Продолжаем. С заднего моста вот столько скачал. Выкачал масло. Это вот рядом стоит бутылка литровая, но по бутылке даже пол-литра нету. Поэтому сейчас будем брать масло, заливать. Масло мы будем заливать также Castrol Axle EPX 8090. Это то масло, которое идет в оригинале. Оно и заказывалось как оригинальное. Идет оно под номером LR003156. Где у него здесь номер? А здесь номера этого нету оригинального. Ну, по крайней мере, мы заказывали его вот под таким номером. Заливать его очень удобно. Здесь у нас носик вот такой вот. Сейчас откроем. Такой вот. Заливаем и смотрим, сколько у нас войдет. Здесь вот он уровень, литр. Вливаем. Залил масло, вот сейчас остатки лишние вытекают через отверстие. Сейчас дождемся, они стекут. И откачаем также 120 миллиграмм к шприцом. Откачаем, потому что эта пробка не является уровневой. Масло у нас вошло, правда, здесь где-то грамм, наверное, 50 лишнего залил. Сейчас покажу, сколько вошло масла. Вот получается, вот столько в банке осталось. Это метка 125, здесь пополам, 250, это пополам, 125 миллиграмм всего осталось. Это 870 грамм вошло. 50-70 грамм где-то там лишнего вытекает. Это получается, грубо говоря, 700 грамм вошло в задний мост. Опять же, в заднем мосту я откачал всего вот столько.
Даже пол-литра нету, это где-то 400 грамм. Пол-литра вот получается по полбутылки, потому что бутылка литровая. Хотя почему она литровая? Сколько? А, бутылка полутора литровая. Полутора литровая. Но все равно половины нету. Это где-то 500 грамм всего было в мосту налито задним. Ладно, сейчас стекает масло, откачиваем. Пока возьмем пробочку. Вот она пробочка. И установим на нее новое колечко. Колечко у нас идет оригинальное. LR001949. Распаковываем. И уже затянем. Ну вот, откачал я 120 миллиграмм чистого масла. Вот видно по шприцу. Вот она метка. Закручиваем пробочку. И смываем очистителем карбюратора. Масло, которое я откачал, слил сюда, вот и получилось у нас, и где-то там грамм 50 получается лишнее, которое залил стекло в тазик. В общей сложности у нас задний мост в редуктор ушло 700 грамм. На этом мы замену масла в редукторе заднего моста закончили. Всего вам доброго!